Привет, ребята. Я Джонни Мозли, тестирую кучу всякого снаряжения. И я хочу рассказать вам о штуке, которая мне очень нравится в последнее время. Никогда не задумывался о том, чтобы носить защиту спины. Это то, что, как вы знаете, гонщики начали использовать после крупных аварий при скоростном спуске и гигантском слаломе. И тут я вдруг загорелся этой темой, потому что мой сын участвует в соревнованиях. Ему 12 лет, и теперь их обязали носить защиту спины на всех гонках. В общем, я заказал защиту для него. Ну и себе тоже взял защиту Shred. Shred — это компания Ted Ligety, чемпиона мира и олимпийского чемпиона. Он давно занимается разработкой подобных штук. Короче, я начал носить защиту, просто чтобы посмотреть, на что это похоже. Вообще, я был уверен, что не получу от этого удовольствия. Я, в принципе, терпеть не могу носить что-то лишнее. Раньше, когда я участвовал в соревнованиях, у меня был абсолютный минимум того, что я обязан был надеть. Но я начал использовать защиту и был поражен. Я даже перестал замечать, что она на мне надета. Shred выпускает три типа защиты. Но я расскажу об одной модели. Это протектор Flexi-Back. Они называют его Naked, то есть голый. Видимо, потому что он очень простой. В нем нет лишних элементов, покрытия из ткани и так далее. Он сделан из запатентованной пены Slytec. Эти шестиугольники придают защите больше демпфирования и гибкости. Если вы зайдете на их веб-сайт, вы можете посмотреть, как Тед бросает свинцовый шарик, и он действительно демпфирует, когда попадает в этот материал, а не отскакивает. Интересный момент. Когда вы разогреваетесь, и защита тоже нагревается от вашего тела, то она становится супергибкой. Здесь есть такие специальные подтяжки, которые можно регулировать. И еще, тут есть вот такой ремень на липучке. Нет, я не работаю в телемагазине, как могло показаться. Но я катаюсь на лыжах, и знаете, я хочу защитить свою спину. На самом деле, всем Big Mountain гонщикам нравится носить такую защиту. Она помогает, когда сталкиваешься с большими скалами, приземляешься с большой высоты и все такое. Но лично мне она понравилась потому, что она еще и согревает спину. Моя спина частенько напоминает о себе. И если у вас есть какие-либо боли в пояснице, как у многих, кто занимался спортом, то приятно иметь небольшую дополнительную поддержку. Эта штука удобно сидит на теле и к тому же защищает копчик. Чтобы подобрать защиту правильного размера, найдите позвонки, которые находятся на одной линии с верхней частью ваших плеч. Потом измерьте расстояние от этой точки до талии. И сравните полученную цифру с таблицей размеров на сайте shredoptics.com. Еще один интересный момент. Чтобы защита постепенно не сдвигалась вверх, сделаны такие маленькие застежки на липучке. Они пристегиваются к петлям для ремня или продеваются через ремень, и это удерживает защиту от сползания. Я тут подумал, если вы все равно покупаете кучу снаряжения, куртки, штаны и все такое, почему бы еще и не защитить спину? Добавьте ее в корзину покупок. И не забудьте заказать для детей тоже. Вы увидите, они легко к ней привыкнут. Я думал, что мой сын откажется носить защиту, но он настолько к ней привык, что носит постоянно и даже о ней не вспоминает. Это как со шлемом. Сначала ты думаешь, зачем он мне нужен? Это неудобно. А потом, в конце концов, ты просто привыкаешь к нему, и он становится частью твоей экипировки. Так что настоятельно рекомендую подумать о защите для вашей спины. Очень понравилась эта защита фирмы Shred. Короче, наслаждайтесь сезоном и будьте в безопасности. Никогда не знаешь, где навернешься. К сожалению, это случается даже с лучшими из нас. Но не со мной, конечно. Со всеми остальными из нас. Всем пока!